Мы приглашаем вас на форум, который называется «Белые ночи». Это название не случайно. Весь север, включая Петербург, северо-запад, арктический регион, подвержен воздействию белых ночей, полярных ночей. А это очень существенно сказывается на риске заболевания злокачественными образованиями и ускоряет старение. Это один из аспектов, который будет обсуждаться на форуме. Вторая проблема, которой мы занимаемся, это связь старения и развития опухоли. Дело в том, что рак встречается в основном у пожилых людей. Больше 50% всех опухолей встречается у людей старше 70 лет. Поэтому эта проблема возрастная. И профилактика рака начинается в молодом возрасте. И мы расскажем на форуме о новых препаратах, новых подходах к предупреждению связанных с возрастом заболеваний злокачественными образованиями.